Итак, привет, мои дорогие друзья, добро здесь, Дублер Фан, с вами сегодня мы сразимся с двух людей. Медишкин против Александра Ренуса. Санчоус, короче. Вот он, наш Мухаммед, ребят, Мухаммед Али. Парнишка. Сильный парнишка. Но за него, если круто научиться играть, то можно вообще быть, просто можно быть без... беспроигрышным парнем вообще постоянно. Ну, Санчоус, вот он. Встречаем Санчоуса. Просто бомбизный Санчоус, прикиньте. И наш Мухаммедишки. Не торопимся. Мы деремся с профессионалом, ребята, это профи. Фантастиш. Чистый пенч. Хорош. Мухаммедишки. You're fighting a counterpuncher, you want to bait them in to throw first. They're in trouble! And it appears they're out of trouble. Молодец. But that just goes to show you one clean punch changes everything. They've got to wake up, they've got to get on the back foot. Да, наш боец, конечно. Тоже очень серьезно. Хорошо, по селезеночке. Апперкотчик. Хорош, апперкотчик. Мухаммедишки. Он умеет двигать телом. Хорошо. Выживает, молодец, выживает. Хорош. Угу. Отходим. Да. Мухаммедишки наш, братишка. О, Санчоус, прям разбитая сечка, ребят, прям лопнула у него между бровями. Это очень серьезно, чуть серьезно. Мы сегодня серьезно деремся, ребят. Просто серьезно. Без всяких понтов, короче. Недалеко. Аккуратно. Печень. Селезеночка, точнее. Не торопимся. Аккуратно. Ух, задел хорошо, просто слева, справа точнее. Больно Мухаммеду. Хорош. Положили Санчоуса. Просто положили, ребята. Положили его просто в наш Мухаммед. Там страшная сечка на лбу, ребят, там прям настрашнейшая. Там кровоточит просто. Кровоточение страшнейшее. Это просто страшно. Аккуратно. Второй. Апперкотчик. With the counter.
И раунд закончен. Страшно, страшно. Он весь в крови. Он весь, ребят, он весь в крови. Просто страшнейший. That knockdown we just saw was a heavy knockdown. I'd be very, very surprised if he'll come out fresh as a daisy. That's not gonna happen. He's got a hustle. He's got a bluff. Хорош. Больно, больно, больно. Ничего не скажем. Больно очень. Нашему Мухаммеду очень больно. Хорошо. Выжил, выжил, молодец. Очень выжил, хорошо. Апперкотчик. Отлично, отлично, аккуратно, аккуратно, не спеши. Мухаммед, Мухаммед, мы знаем, ты звезда. Санчоус тоже звезда, конечно же. Как ни крути, он скоро сдерется с Тайсоном, ребят. Настоящий бой. Но он предварительно решил с Мухаммедом подраться. Конечно, перед тем, как потом драться. С Али, ой, с Али, с Тайсоном. Очень серьезные удары. Хотел ему усильно, думал, пройдет. Нет, он молодец, он вовремя убежал. Хорошо. Вошла ему война. Красиво уронил, да. Это было жестко, 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 молодец. Санчоус красиво уронил нашего Мухаммедишкина. Да, прям так красиво, как же они падают, ребята, такие моменты есть, падение, просто конфеточка, баунти, резко наслаждение, ребят, просто красота, молодец, молодец, Санчоус, прям круто, круто, пробивает хорошенько. Отлично, перкочка. Надо было усилить. Есть. Занесла, занеслась, занесла. Хорошо. Не попали второй удар. Хорошо. Больно, больно, по селезенке, по голове прям тут же пробил. Хорош. Два левых боковушечных. Просто страшнейший. Да, 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 да. Было красиво, красиво. Мы не растерялись. Наш Мухаммед Али просто бесстрашно. Ребята, он просто решил продвинуться. Пробить ему два левых боковушечных, прямушечными потом. И все произошло круто. Держимся, держимся, аккуратнее. Мы недавно были в Гроге. Хорошо, боковушечный. Оплевушечный. Забыл, как они называются. Ну, Санчоус после такого удара по башке просто. Я аж прям потерялся. Хорош, хороший бой. Санек держался круто. Но с Тайсоном еще можно драться. Я думаю, рановато. Разделывал его, ребят. Страшно, страшно было, конечно, страшно, но это был бой, ребята, это был страшнейший бой, ребята, только здесь вы увидите, на этом канале, да. Я не буду его называть, вы сами знаете, дублер всегда здесь, дублер всегда с вами, его
бои происходят страшнейшие, не всегда, конечно, но в основном, да, в основном очень страшные бои, просто страшные. Это было просто поразительно.